Это, друзья, моменты счастья. Я невероятно взволнован. Поддержите, пожалуйста, мне кажется, я сейчас состою только из одних слез радости и сердца размером в этот зал. И я только что стал чем-то больше, чем-то лучше, чем-то более совершенное. И свое завтрашнее «я» только что приобрел и что-то лучшее. Лучшее «я» говорит «Я Айдос». Айдос Тумуратов Дюсембаевич из Нукуса, город Нукус, Республика Каракалпакстан. В Узбекистане. Республика Узбекистан. Республика Каракалпакстан. Город Нукус. И меня зовут Айдос. Айдос это значит луна, труп. И что в переводе означает Айдос? Человек, который освещает людям как луна, показывая путь. И я благодарен Вижен, что я научился здесь жить по призванию и занимаюсь просветительской деятельностью именно в самой главной, важной сфере жизни каждого из нас в области здоровья. Я хочу поблагодарить еще своих матерей здесь, спонсоров, родителей, благодаря которым я, хотя мне сейчас 27, последние 3 года, я становился, рождался как новый дистрибьютор. И в феврале этого года я полноценным стал дистрибьютором компании Vision. И в июне стал VIP компании Vision. И девиз теперь у меня – жить, любить и не сдаваться, позитивом всегда заряжаться. И делайте эту работу, это стоит того, чтобы жить, любить, не сдаваться. Потому что это был миным умером. Это ваша жизнь. Это наша жизнь. It's my life! Спасибо.